Всем привет! Пока не начали, сразу маленькое объявление. Смотрите, у меня вот такие штуки есть. Это музыкальный инструмент, называется каскас или салата. Это шейкер. Вот. Но еще у него такая вот возможность есть, его можно перекидывать. Вот. Магазин каскас.ру прислал мне несколько вот этих вот салатов на обзор. Вот, и они просили помочь им с раскруткой, с рекламой, и прислали промокод для зрителей моего канала по промокоду Чернослав, как, такой же, как у Динатона, можно получить скидку 10% на всю продукцию, то, что интернет-магазин продает. Вот, они продают вот эти вот каскасы и асалат. Вообще охренительный инструмент, я в полном восторге, всякие такие штуки можно делать, вот, вот, но... И я еще только учусь играть на этой штуке, но мне очень понравилось. Спасибо вот за подгон. Там у них много разных этих каскасов выложено, и даже есть несколько уроков обучающих, так что если кто-то хочет освоить, кому интересно, перейдите по ссылке, внизу под видео будет ссылочка на интернет-магазин, и там же будет написан мой промокод, по которому можно получить скидку. Ну а мы сегодня играем для моего подписчика Дениса песню My Way группы Кассет. Он мне написал письмо с просьбой разобрать эту песню для него. Но я такой захожу на YouTube, там набираю это название Кассет, и мне буковка там М набираю, и выскакивает подсказка, что песня называется Me Why, почему я? А я такой погуглил, я ему пишу: Денис, нет такой песни My Way, мой путь, а есть песня Me Why у Кассет. Он посмеялся, говорит, ну такая тоже есть, и прислал мне оригинал, чтобы я послушал, и минус сразу, и написал, что это можно сыграть на гармошке в настройке Пади Рихтер. Вот. Ну, я послушал. Понятно, что он пытался снимать, но целиком не снял, потому что на Пади Рихтер перестроенная третья дырка, и там нужна нота ля бемоль, а на Пади ее нет. То есть на третьей дырке самая низкая нота ля. А на обычной гармошке, не на перестроенной, можно играть ля бемоль бендом на третьей дырке, на три полутона, а на паде не получается. Вот, но можно сыграть на паде, вот Марио не даст соврать. Ноту ля бемоль на, можно еще извлечь на второй дырке овербендом на выдох. Овербендом на выдох. Вот, и тогда можно сыграть на паде. Ну, веленное на паде, будем играть на паде. Песня My Way группы Кассет, поехали.
Вот, вот такая песня, одна песня целиком, один сплошной плагиат, включая и название. Вот, Денис, спасибо за денежку. Я уже говорил, что те, кто присылает мне донаты, могут выбирать темы для моих видео. Вот Денис прислал и просил разобрать такую песню для него. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорого. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и регистрируйтесь на сайте видеогармошки.ру. Я там выкладываю табы и минусы для своих видео. И еще раз, вот в описании под видео будет ссылка на сайт Каскас.ру. Перейдите, посмотрите на Каскас, какие они бывают. И даже там уроки есть. Вот. Все, до скорого, пока, еще увидимся.